Так, стоп! Все, все это на помойку. Надо все переснимать. Ну, что это такое? Вот это мне вообще вот не нравится. Уберите это куда-нибудь. Что, а где? Как ее нету? Отправьте машину. Что значит, не нравится ей белая машина? Отправьте черную машину. Почему я все время всех учу? Я вот не понимаю. Извините, пожалуйста. Здрасте, дамы и господа. Вот так всегда бывает, когда режиссер волнуется, да? Просто у нас опаздывает одна гражданочка-актриса. 1936 год. Режиссер Ром купился на громкое имя Кузьмина. Она опаздывает, а режиссер мучается, на всех срывается. А ведь режиссер чувствовал, что не надо связываться со знаменитостью. Это ж себе дороже. Кошмар. Звезда, блиставшая в фильмах «Новый Вавилон», одна окраина. Звезда практически, так сказать, с биркой, сделана на фабрике эксцентрического актера. Ой, не зря мама его учила. Миша, надо быть скромнее. Кстати, сниматься-то ведь придется в пустыне, где на 200 километров всего один источник. И тот пересох. Как не пересох? И вот в павильон тихонько бочком вошла совершенно перепуганная, очень юная особа. Она явно была чем-то расстроена, держалась скованно, не знала, куда деть руки. Первым, что услышал от нее Ром, было: «Вы знаете, я не очень хорошая актриса, и, наверное, лучше я отсюда пойду». И пошла прямо к выходу. Режиссер еле успел схватить ее за рукав. Вообще, эти женские капризы, я вам скажу, ну вот что ей с порога не понравилось. Режиссер пробовал утешить, по головке гладил, играл в девочку Буку и в доброго папу. Наконец уговорили сделать пробы. Коротенькую-коротенькую пробу. Вы даже испугаться не успеете, пообещал Ром. Ну вот смотрите, вы на ослике. Тюк-тюк-тюк. А потом назад. Тюк-тюк-тюк. А потом еще раз. Тюк-тюк-тюк. Ладно? Кузьмина кивнула, страдальчески заломила руки и тоненьким голоском произнесла в камеру: «Мне совсем мало платят, хорошо бы платили больше». Потом оглянулась по сторонам. «Ой, Свят, 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 как же это вырвалось-то?» Плакала уборщица тетя Дуся, плакали ассистенты, прослезился оператор и даже директор Лев Аронович. Он уронил слезу на квартальный отчет, а раньше этого с ним никогда не случалось. Беда. «Все, все, все, Елена Александровна, будете сниматься», – всхлипнул режиссер. «Но только пустыня, жарко, единственный источник, и тот пересох». «Не пересох, значит, зароем, и он пересохнет». Актриса была согласна. Глядя на то, как искренне, по-детски переживает актриса, хочет успокоить всех вокруг, режиссер Ром недоумевал. В кулуарах о Кузьминой рассказывали совсем другое. Вот так звезда. Взять хотя бы историю про то, как Кузьмина впервые пришла на фабрику эксцентрического актера. Форменная фантасмагория. Хотите поподробнее? Пожалуйста. Итак, лирическое отступление номер один. 1928 год. Фэксы. Дверь открыли ударом ноги. Козинцев подскочил на стуле, а Трауберг даже проснулся. В обеденный зал бывшего особняка Елисеева вошла надменная девица в синем платье, в лаковых туфлях и со сложно сочиненной прической. Она, снисходительно хмыкнув, села в кресло. Представилась. Кузьмина. Елена Кузьмина. «Покажите нам какой-нибудь этюд», – робко попросил Трауберг. Абитуриентка посмотрела на него, как санинспектор на особо крупного таракана. Трауберг сник. Тогда в игру вступил Козинцев. «Милая барышня, не могли бы вы соблаговолить и продемонстрировать нам, так сказать, ваши таланты? Ну, вот представьте, что вы вошли, допустим, в темную комнату, и вам кажется, что, так сказать, вас подстерегают там в каждом углу. Вот представьте, как это страшно. Как бы вы это сыграли?» «Знала бы как, не пришла бы сюда», – холодно ответила девушка. «Вы что, тоже не знаете, что ли?» «Вот-вот и я о том же, друзья. Сверхъестественное хамство. Но зато эксцентричное. Даже не придерешься, вы посмотрите». «Но ведь хамство, товарищ Козинцев». «Но ведь эксцентрично.
Но ведь это же хамство, товарищ Костин. Но ведь эксцентрично, товарищ Трауберг. Хамство, но такое эксцентричное. Фабрика базировалась тогда в залах бывшего особняка купца Елисеева. Руководители фабрики, товарищи Козинцев и Трауберг, поощряли в учениках свободу мысли, но не свободу поведения. Вот отсюда и дилемма, как быть с хамством. Надо сказать, история Фекса вообще пропитана некой двойственностью. С одной стороны, в своих пылких манифестах Фексы славили динамичную современность. С другой, наиболее удачные их фильмы – это фильмы о прошлом. Кстати, некий пример двойственности Фексов – фильм «Новый Вавилон», где Елена Кузьмина сыграла свою первую серьезную роль. Она все-таки была принята Фексами тогда, но об этом чуть позже. Итак, мадемуазель Луиза – бедная парижская продавщица и по совместительству пламенная революционерка. Вновь два в одном, замечаете? Такая шкатулка сюрпризов. Кстати, о сюрпризах. Перед запуском картины в производство Кузьмину неоднократно заверяли, что ее кандидатура всех устраивает и сомнений не вызывает. Поэтому она очень удивилась, когда Козинцев перед самыми съемками решил провести с ней беседу. В обеденном зале особняка купца Елисеева режиссер собрал целый консилиум. Оператор Москвин с помощниками, администратор картины, художник по костюмам, бригада осветителей и, наконец, пожарные. Вид у всех был такой, будто кто-то умер. Драгоценная наша Лёля. Ну вот откуда у вас на носу бородавка, милая моя? Ах да, простите, родинка. Мне кажется, вам придется от нее избавиться. Знаете, при некоторых поворотах головы вы, извините меня, конечно, но вы похожи на носорога. Вот вы, Лёля, когда-нибудь видели носорога? Вы не видели носорогов? Вообще никогда? Она не видела носорога? Нет? Я писал всю ночь этот текст. С родинкой пришлось расстаться. Кузьмина была унижена. Чувствовала себя игрушкой в руках кошмарных монстров. А они просто немножечко ей мстили. На съемках «Нового Вавилона» Елена Александровна едва не сгорела. Снимали пожар на баррикаде. Последний оплот коммунаров был окружен пожарными. Тут же дежурила и скорая помощь. Баррикаду облили керосином, Козинцев свистнул и вспыхнуло пламя. Кузьмина кинулась в огонь, в руках плавился кусок парчи. «Дешево продам!» – с вызовом крикнула актриса согласно сценарию и, рыдая от боли, отпрыгнула с баррикады. Свист, стоп, режиссеру нужен второй дубль. Исполнительная Кузьмина снова бросилась в пекло и упала в обморок. В больнице ее навестил Козинцев. Он принес жареного цыпленка. Символист, черт бы его подрал. Ну и, конечно же, ваночку с винегретом. Значит так, Лёлище, сцена не смотрится категорически. Знаете, огонечек-то смирненький, а вы скачете, как неврастеническая лягушка. Простите, конечно. Не будете ли вы столь любезны, чтобы, так сказать, помочь нам переснять этот эпизод? Вы кушайте винегретик-то, Лёлечка. Я сам готовил, прямо с утра встал и нарубил топориком. Кузьмина, тем не менее, выжила. А отлежавшись, сразу поехала смотреть рабочий вариант картины. Зрелище потрясло Елену Александровну. Мир еще не знал более уродливой актрисы, ужаснулась она. Да, это было не похоже ни на Мэри Пикфорд, ни на Веру Холодную. Испуганные глаза, туфлеобразный нос, к тому же бесконечно старая. Спасибо оператору Москвину, поставил нижний свет. Ну и ладно, так даже безопаснее, тем более родственники из Тбилиси давно предлагали ей место в швейной мастерской. Хорошая, тихая, спокойная работа. Товарищи, решается судьба не одного, не сотен, а миллионов людей. В этот момент перед каждым стоит вопрос – что ты сделал?
Что ты делаешь? Что ты будешь делать? Буду жаловаться! Но швейная мастерская не дождалась новую швею. Выгонять ее никто не собирался. Наоборот, именно в этот момент Кузьмина была нужна Фексам. Почему? Я вам расскажу, почему. Трауберг прочитал в газете заметку об учительнице по распределению уехавшей на север и едва там не погибшей. Да, местность дикая, климат суровый, организм девичий, знаете ли, нежный. Кошмар. А может быть, она не только несгораемая, может быть, она еще и хладостойкая, товарищ Козинцев? Вот и проверим, товарищ Трауберг. Эта история, несомненно, для нашей Лёлищи. Да-да-да. Что? Хотите раков? Картина одна планировалась как звуковая картина. Но, естественно, у студии что-то там не сложилось с аппаратурой, и фильм был начат немым. К неописуемому восторгу Елены Александровны, потому что один только вид микрофона вызывал у нее сердечные спазмы. Но зато в середине съемок Трауберг всех обрадовал. «Товарищи, переходим на звук, любезные мои, микрофоны, тось!» И громко от души свистнул. На фразе «он режет на мясо ваших баранов» Кузьмину просто заклинило. Воспитанная в школе красноречивого молчания, она была буквально травмирована заданием произнести в кадре целое распространенное предложение, да еще такое пафосное. Чтобы приучить актрису к звуку ее собственного голоса, Козинцев приказал Елене Александровне ходить вдоль стены, плакать, стонать, ныть, а еще читать кошмарный стишок. «Кулаки учили Прова, режь скорее ты корову, чай в колхозе, дядя Пров, обойдешься без коров». Честно говоря, стишок-то был совершенно необязателен, но Козинцеву очень нравился этот стих. Нет, вот режиссер Ром не будет так издеваться над бедной молоденькой звездой, тем более, что она так ему симпатична. Но, тем не менее, Ром привезет звезду в пустыню. Привезет. В бескрайнем песчаном море копошились фигурки в серых красноармейских шинелях. Панорама, достойная кисти сумасшедшего сюрреалиста. Съемочная площадка фильма «13». Однажды в полдень усталые, замученные люди заметили круживший над ними кукурузник. «Мираж!» – авторитетно заметил Михаил Ром. Никто не спорил, ведь только вчера гримеру привиделся глава комитета по кинематографии товарищ Шумяцкий верхом на маршале Будённом. Самолет. Это еще ничего в рамках разумного. А на следующее утро пропала Кузьмина, игравшая жену командира отряда. Съемки остановились. Ожидание и жара сводили Рома с ума. Ему стало казаться, что никакой Кузьминой в природе не существует. А есть еще один мираж – наваждение. И вот в белесом южном небе опять затарахтел кукурузник. А по барханам бежала Елена Александровна. Живая, здоровая и даже радостная. Свят, свят, свят. И ведь чего только не привидится. Сердитый режиссер вышел вперед и решил выяснить, что к чему. И обнаружил неподалеку брошенную палатку и кучу бутылок вокруг нее. Ром уверенно констатировал, да здесь же был Барнетт. И это был не мираж, это был муж. Да, на тот момент еще муж, но их с Кузьминой отношения уже испортились. Хотя, если вернуться несколько назад... Итак, второе лирическое отступление. Барнетт, год 1933. Борис Барнетт. Режиссер-боксер. Счастье и беда Елены Кузьминой. Странный он был, удивительный. Колоссального человеческого и мужского обаяния, да. Кузьмина привлекла режиссера смесью наглости и наивности. Совершенно щенячья повадка. Барнетт был в восторге, когда она вдруг сообщила, что его сценарий никуда не годится. «Значит, и роль вам тоже не нравится?» – с восхищением спросил он. «Дрянь, а не роль!» – храбро пискнула Кузьмина. Барнетт был восхищен и очарован. Такого ему еще не говорила ни одна женщина. А сыграть надо было старую деву, по сценарию особо скучную, отталкивающую. Кузьмина предложила другое решение.
гадкий утенок, нелепый, но по-своему симпатичный. Так появилась знаменитая Манька Грешина из фильма «Окраина». Очевидная удача актрисы. Правда, на фоне общего успеха режиссера Барнетта она как-то потерялась. А спустя время уже Кузьмина стала получать от мужа критические замечания в адрес своих способностей. «Играть не умеешь, говорить не умеешь, и за что я, Лёля, тебя люблю? А люблю я тебя, Лёля, потому что мне тебя жалко». Вот такой неожиданный поворот. Друг другу не вернемся и скажем, это было. Самое обидное, Кузьмина ему верила. В рекордные сроки ее самооценка упала до нуля. Елена Александровна была дамой впечатлительной и охотно примеряла маски, которые ей навязывали обстоятельства. Сначала смешная и наглая девчонка, теперь вот мышка-наружка, пугливая и блеклая. А рядом Барнетт, орел, священно действует над очередной картиной. Называется «У самого синего моря». А Кузьмину не зовет. Обидно. Дирекция студии тоже обиделась за актрису и предложила ее на роль бригадира Машеньки. Барнетт был недоволен, но подчинился. Но Кузьмину это действовало угнетающе. Поэтому, когда Михаил Ром пригласил ее на съемки фильма «13» в пустыню, она была в ужасном состоянии. Боялась камеры, боялась двигаться, вообще боялась. И говорила, что ей мало платят. Итак, очередное лирическое отступление, дамы и господа. Михаил Ром. Режиссер как мог старался ее приободрить, развеселить и, в конце концов, увлекся этой своеобразной женщиной. Переехав к Елене Александровне, Ром все ждал, что Барнетт придет его убивать. Шли дни. И однажды в полуподвальную коммуналку Кузьминой с кривыми, но отмытыми до блеска полами пришла мать Барнетта. Дама утонченная, даже чопорная, стала жаловаться. Погибает, мол, Борис вдали от жены и дочери. Чем он, в конце концов, хуже какого-то твоего Рома? Кузьмина в ответ стала активно хвалить своего избранника. Такой вежливый, такой умный, такой эрудированный. А, кстати, вот и он. На пороге появился Ром. В одной руке у него были раки, в другой – пиво. Священный союз. Здрасте. Он делает шаг и с грохотом падает, поскользнувшись на кривом паркете. Звучит непечатная лексика, пиво в дребезги, раки по углам, бывшая свекровь на улицу, ну а Кузьмина в слезы. Блеск! Гульнули, как говорится, на славу. Этим переговоры сторон и закончились. Раков собрали, кривой пол снова тщательно вымыли. А делегации от Барнетта больше не было. Что? Вы спрашиваете, вновь лирическое отступление? Да-да-да-да. Вновь лирическое отступление. 1940 год. Мечта. Ну, кинокартина «Мечта» имеется в виду. Распоряжение ТЧК. Товарищу Рому М.И. Подготовить кинокартину на тему «Воссоединение западных белорусов с восточными братьями ЗПТ на фоне обнищания трудовых масс». Воскал знак. Михаил Ильич протяжно взвыл. А они-то с Кузьминой только-только размечтались снять «Пиковую даму». Да, мечта, мечта. В этом фильме Кузьмина сыграла одну из лучших своих ролей – неграмотную крестьянку Ганку. Что? Что такое? Елена Александровна сначала выдумала свою Ганку, представила ее внешность, как она одета, как причесана, как ходит, а главное, точно придумала, какой она человек – романтичный и беспокойный. Я ему подаю как следует – стакан, салфетка, сахар. Вот так он и так я. Улыбаюсь, как положено. Просто волнующий роман. А что ты ела эти дни? Потому что я у себя воровства не допущу. Имею в виду.
Прокатная судьба мечты сложилась не слишком удачно. Фильм был закончен утром 22 июня 1941 года и не сразу вышел на экраны. В 1947 году в прокат вышел приключенческий фильм Бориса Барнетта «Подвиг разведчика». Он пользовался невероятной популярностью. И что вы думаете? Спустя какое-то время Ром затевает съемки нового фильма «Секретная миссия». Тоже про разведчиков. Ну, а точнее, про разведчицу. Роль которой, естественно, исполняла Елена Кузьмина. Большую часть фильма актриса красовалась в эсэсовской форме с люггером в кобуре. Хладнокровное циничное бестие. И пусть Барнетт завидует. Кстати, вот в этом эпизоде Кузьминой пришлось опять несладко. Снимали так. За спиной актрисы посадили настоящего снайпера, который должен был стрелять по стеклу изнутри машины. «Вы только, дамочка, голову не отклоняйте, даже на сантиметр», — попросил он. «А то знаете, как у нас говорят, снайпер бьет издалека, но зато наверняка». «Ну ладно, поехали». «Это было жутко», — говорила потом несгораемая Кузьмина. «Особенно, когда пули задевали волосы». В начале 50-х случилось непредвиденное. Советским режиссерам по этическим соображениям не рекомендовали впредь снимать своих жен-актрис. Для Рома это был удар. Он все еще доказывал ей, что она талантлива, хотя она вряд ли нуждалась в этих доказательствах. Она ведь та самая шкатулка с сюрпризом. И действительно, биография Елены Кузьминой уникальна. Кузьмина прошла сквозь три престижных коллектива, три стратегических направления, три школы советского кино. Фэксы эксплуатировали ее экспрессию и юношескую угловатость. Барнетт по капле выжимал из актрисы светлый лиризм и мягкость. Ром считал, что она вообще может все. Кузьмина перестраивалась, мимикрировала, была разной и никогда сама собой. Зато к ней нельзя было приклеить какой-нибудь ярлык. Она все время ускользала от этого, как ящерица-хамелеон. В лучшем случае в руках преследователя оставался кусочек хвоста. В обеденном зале бывшего особняка купца Елисеева висела напряженная тишина. Молчал нервный артистичный Козинцев, молчал пухлый насмешливый Трауберг. «По-моему, мы теряем время», — сказала абитуриентка в синем платье, лаковых туфлях и королевским жестом поправила замысловатую прическу. «Ах, простите, голубушка, вы ответьте мне прямо, вы вот на кого из актрис хотите быть похожи, голубушка?» «Ни на кого. И на всех». «Ведь это эксцентрично, товарищ Трауберг. Свежо». «Это хамство, товарищ Кузь, это хамство». «Да, это свежее хамство, но это свежее эксцентричное хамство». «Но товарищ. Ведь это же хамство, товарищ Кузь». «А что, очень эксцентрично?» «Ни на кого и на всех!» Подхватило эхо и полетело дальше по темным запутанным коридорам и залам бывшего особняка купца Елисеева. В будущее, в светлое будущее. Однако становится свежо.